Всем привет! У нас тут, оказывается, у курочки вывод происходит. Я про них забыла уже. Я же тут с утятами пока ходила. Оказалось, уже 21 день пробежал, да? Покажи, моя курочка, что там у тебя? Ты же там пищит. Ну, там уже малыш такой, смотрите. Маленький такой, маленький. Твой ребенок? Смотри, твой ребенок. Давай скорлупу заберем. Вот. Убираем. Еще что есть? Вот еще наклюнутый. Да. Скорлупу убираем. В общем, к вечеру все выведутся. Грейся, грейся. Вот, и мы придем посмотрим. Курочка. Родня, которая ожидает пополнения в своей семье, да? Сулейман, что вы тут делаете? Ждете? Смешные. Давайте посмотрим. Это я тут прикрываю, чтобы никому не мешало. Точнее, никто не мешал бы ей. Вот это такой цыпленочек клевый. Мама, покажи, еще там у тебя, значит, есть, да? Вот он. Вот он еще черненький. Народился. Что, 3 яйца осталось? 4. Ладно. Все, давай. Обратно. Садись, садись обратно. Иди, иди, заходи, заходи, заходи. Так, у нас уже сегодня вечер опять. То есть уже сутки курица там выводит, но у нас очень холодно, ветер такой. Даже сетку с теплицы сдуло. Вот, сейчас посмотрим, как у тебя там дела. У нее было 20 пленка, да, вчера? И яйца. Поглядим. Дай посмотреть. Ну, дай посмотреть. Ой, какие тесные у тебя тут апартаменты. Так. Цыпленок раз. Давай. Я ж хочу их быстрее отсадить. Еда там, вода. Она все еще выводит. Как-то долго. Наверное, потому что холодно. Так, это надо посветить. Что там у нее? Вот, где твои сидеть-то спрятались? Вот черненький. Мамаша, я не вижу ничего. А, вот они. Вот они. Черненький, беленький. Два черненьких. Один беленький какой-то. Какой-то интересный перец такой вижу. Как далматинец. Что у него, черный пух? Ага. Смотрите-ка. Это у него такая окраска. Какой-то интересный родился. Ну, таких не было еще. Так, еще одно яйцо, да? Черный. Я ж не увижу ничего, дорогуша. Вообще ничего не увижу. Может, тебя тут обижают, а мы не в курсе. Все. Вот. 5 цыпляток. Каких? Мамаша, развернись передом. Мамаша с лысой попой почему-то. Это ее Сулейман так топтал. Вот они, вот они. Вот они, вот они. У нас сейчас тут закрыта теплица, тепло же. Давай посмотрим пока их. Беленький, два черных и белый. Белый прям крутой. Какой-то. Так, одно яйцо, да, осталось, надо его просветить. В общем-то, яйцо еще не дозрело. Надо ее обратно вернуть.
но, скорее всего, я его заберу потом в инкубатор, потому что их же надо кормить тоже. Невозможно же досиживать, да, твое? Давай, я верну пока. На сегодня еще уже вечер. А завтра мы вас пересадим. Иди. Хорошая какая-то клочка. Давай. Зови их. Какая-то мамаша хорошая. Ругаешься? Нет, это не яйцо. Это просто скорлупа. Пустая. Пустая. Принесла я все-таки еду и воду. Воду, воду. Вот, потому что уже пора есть, да? А то яйцо я буду забирать. Одно последнее, пусть она их водит, кормит. Мамочка, ты видишь, я тебе принесла? Покушать надо им. Угу. И тебе тоже. Ты когда последний раз ела? Я даже не знаю, когда. Давай, я то яйцо забираю. Давай. Смотрите, какая она интересная снизу. Сейчас. Вся лысая, видите? Тихо, тихо, спокойно. Все, все, успокойся со стяжкой. Все, и пусть дети выходят. Вон они. Все, яйцо я заберу сейчас сразу, чтобы она уже перестала его видеть. Она тепленькая, сейчас мы его в инкубатор отнесем. Петруча, пошел бы ты на улицу гулять. Ну, не мешай мне разговаривать. Нет, Петруче надо песни петь обязательно. Иди давай уже. О, какой вредный. Тут еще какая-то молодая курочка затесалась. Не хочет со всеми гулять. С наседкой тут сидит. Но мы ее сейчас огородим, она останется одна с детьми. Давай, выводи их, надо кушать и пить. О, сама пьет, бедная. 2 дня не пила. Или 3 даже. Да? Курочка. Покажи своих деток. Вот они уже пьют. Какая курочка молодец. Разговаривает с ними. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Зовет, зовет. Да не лез бы цыпленок, пока тебе не дали. Вот 5 цыплят, да? Где 5-й? А вон там сидит. Давай мы ему поможем. Чего он не выходит? Что ты не выходишь? Вот их 5 штучек. Молодец, курочка.
5 цыплят у тебя получилось. Вот этот интересный, интересный. Это черный пух у него такой. И на голове тоже. Корочка, давай. Корми. Петруча тут все подкатывает. Петруча, иди по своим делам. Это, наверное, курочка тут, поэтому он тут стоит и не уходит. Петруча, иди по своим делам, а? Ой, какая милота. Мамочка. Что-то я смотрю, цыплята-то клюют солому, а в кормушку не ходят. Поэтому вот так на плитке им там, это у меня плитка керамогранит, я насыплю вот на эту штуку, не знаю, как они там найдут. Во, да, подвину чуть-чуть, аккуратненько. Ага. А то они ищут в соломе всякую ерунду. Потом, наверное, на кормушку переключится. На, мамаша, покажи им, что надо клевать это. О, сообразили. А это наши малыши, помните, такие желтые шарики. Вот мы тут с ними общаемся, стараемся. Не забываем. Потому что это же нам останутся, да? Петушки и курицы. Кто получится. Еще орликины там немножко меня боятся. А цыплята не боятся. Цыпленочек. Иди сюда. Вот это вот баф, ред, я не знаю, что тут будет еще. Мы потом добавим кексику. Или, может быть, у кексика будут детки хорошие. Нам останутся когда-нибудь. И будут вместе с этими тогда жить. Вот они, цыплята, баф. Давайте кого-нибудь прихвачу, покажу. Вот, давай тебя. Вот такой хороший рижик. Рижик, рижик. Наверное, курочка, не знаю. А есть вот такой. Тихо, тихо, тихо. Орел. Вот у него как будто петух. Спокойней, спокойней, не переживай. Вот такой красивый пупшик, пушистик. Тихо, тихо. Тихо, сейчас оставлю тебя. Им уже получается месяц и неделя. Представляете, сколько возраст уже приличный. Они все такие же малыши. Но это же шелки. У них всегда так, да? Давай тебя посмотрим, красотуля. Какая красотуля пушистая. Тихо, тихо. Тихо, тихо, черные.
черные подмышки. Тихо, тихо. Все, сейчас отпущу. Отпущу. Вот это вот один мой. Тут с ними сидит. Тика-тика-тика. Хорошие, хорошие цыпочки. Хорошие цыпочки. Ну-ка, пройдись. Вот такой шелковый цыпленок. Уже ему больше месяца. Видите, какой малюсенький еще. Черная кожа. Черные лапки. Вот они лапки. Хорошенькие. Ну все, оставим их. Пускай кушают, пьют. Там остальные внизу. Смотрите. Покажи. Вон они. Вон они, беленькие, черненькие. Где беленький? Ну, туда куда-то убежал. Мама такая полулысая. Пузо лысая, горячая, да? Мама молодец. Мама хорошая. Все, пускай кушает. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Что потеряла? Позвала их с собой.